это все, ребята, вот была вода. Здесь стояла вода. Обалдеть, какие пляжи стали. И купаться здесь, песок. Вот летом-то тут вообще, ребята. И вот коряжники, да, вот эти, которые мы с вами любим, вот эти рыбацкие коряжники. Просто уму непостижимо. В общем, нашли мы с Максимом вот такое вот место. Это вот там рыбинка, видно, берегов точнее не видно. А это вот такая заводинка здесь. Проход идет, вот там на лодках ходят. И вот дальше эта речка, это река Тереха. Вот она более-менее глубокая такая, темная вода, песчаный берег, песок, заметьте, вот прям оставил свой след здесь. Это вот не ил, это нормальный песок. Я прям даже вот не одевал, в принципе, заброды веслами, просто веслами вот отталкиваюсь и иду. И вот там дальше прошли по берегу, я нашел там заводинку, Макс без лодки, поэтому я сам сейчас туда. Ну, правда, шумно, вот они ходят здесь на лодках, правда, туда почему-то они не заходят, ну ладно, вот он пошел, вот они рыбаки, обхаживают места щучьи. Да, вот они пошли, наверное, всю щуку просто нашу выловили. В общем, я сейчас пойду по этой заводинке, вот туда вот дальше по руслу. Там такой заливчик есть, туда я хочу чучела выбросить. Мало шансов, ребята, я вам честно скажу. Птицы мы не видели. Ну, вероятнее всего, что здесь она будет летать. И Макс, в принципе, как бы к этому и склоняется, что он встанет просто вот где-то примерно в этом ракитнике. И вечером на пролете, если будет налетать, будет стрелять. А я вот туда зайду, высажу там чучела. Вот как все, как мы любим с вами. С нагрузкой, на веслах, против ветра. Естественно, ветер сюда, мне туда. Тут хорошо, лодку сейчас пошел, забыл. Носок теплый. Взял по берегу, дошел, забрал все обратно. И попробую побросать воблер. Потому что спиннинг я вот тоже взял. Время в районе, наверное, уже 3:30, в районе вот так вот, тут уже солнышко, да, вот так потихоньку заходит. Как раз есть время, вот, чтобы выкинуть чучела, где-то наметить себе местечко в кустиках, вылезти, спокойно затащить лодку, может покидать немножко воблер. Охотимся, рыбачим. Вода тут чистая, никакого тебе, да, никакого тебе ила. Никакой тебе ряски. Вот этого всего нет. Что просто прекрасно. Лучше не придумаешь. Так, ну, кормящиеся здесь не знаю, нужна, не нужна. Отложим пока. Давай сели и посадим. Поближе. О, пусть рядом там и сидит. Все, ребят, я рассадил, сделал свою рассадочку. Ну, как-то так вот разбросал их. Пусть плавают. Если полетит, так она увидит. А сам, наверное, ну, близковато, конечно, да. Я вот думаю, может, на тот вообще берег вылезти мне. Сейчас я туда подплыву, да посмотрю. Единственное, что когда, если мне на этот берег вылезти, то уже на пролете охотиться не получится. Сейчас посмотрим. Здесь хорошо бы сесть. Ну, прям в тот коряжничек, в те кусты. Ну да, в принципе, здесь расстояние нормальное для выстрела. И лодку туда можно затащить. И как бы против солнца, да, зато тут более открыто получается.
Опа, есть, 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 ребята, что-то есть. Наверное, окунь. Потому что как-то он взял, ну да, какой-то, наверное, небольшой окунь на воблер. Вон он плещется. Опа, есть, 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 есть. О, нет, это щучка, маленькая щучка, вот такая вот, да. Ребят, смотрите, ну, ну это прям вообще щуренок. Вот, маленький такой щуреночек, ну. Вот на этот воблер, на двух этих прям зацепилась она, на двух крючках сидит. Эх, аккуратненько бы тебе этого щуренка взять. Ну, прям маленький щуренок. Ну, не, ну это жалко, ребята, жалко, конечно, такую рыбу. Этого я отпущу, конечно. Ну, потому что совсем малыш. Ну, смотрите, ну, совсем малыш. Бьется, дергается. Не, ну куда? Давай, 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 давай. Пошел. Не повалявший спиннинг, конечно, не порыбачишь. Вот так вот. Макс, ну это на твой взял. Ага. Все, обрыбился этот воблер. Вот то, что Максим рассказывал. Вот эти воблеры, ридж, которые... Вот как раз по таким местам хорошо. Он поверху идет. Да, да. Да. Опа, 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 есть, 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 нет, сошел, 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 ребят. Сошел. Еще он нацеплял, бог знает чего. Хорошо ударил. Маленько отойду, потом вон туда, вон, подальше. Посмотрим берега. Ну да, поклевка была. Сошел. Так такой же, наверное, карандаш. Есть? Есть. Ух ты! О! Ну и что там, такой же? Ну как я поймал. А, ну покрупнее, да? Ну. Вот Макс обрыбился. Ну такой, ничего, нормальный. Таких можно брать у нас? С уловом. Благодарю. Давай. А, вон там река-то дальше идет. О, какие просторы там. Река-то крупная. Есть. Есть? Да, ну это вообще, ну, ну этого отпустить, конечно, карандашик такой. Вот у меня, вот как у меня первый такой. Да не, ну там совсем малюсенький. Карандашик. Но приятно. В общем, выловил я вот такого вот щуренка, не снял. Но посмотрите, пришлось его забрать, маленький. Зацепился за глаз, вот, и прямо это самое. Ну, в общем, он уже порвал ему еще и жабру чуть-чуть. В общем, к сожалению, он уже не жилец, поэтому, ну, продолжаем рыбачить у Макса. Хорошо все. Это был зацеп. Угу. Хотя, хотя не знаю, это не зацеп, это похоже не зацеп,
Это крупняк. Это крупняк, ребята. Вот это вот килограмм. Неплохая для этих мест щучка. Я понимаю, что, конечно, не астраханская трехкилограммовая. Ну так, она примерно, ну, грамм 800 есть. Таких мы берем. Это прям во. Продолжаем рыбачить. Да, это точно, Макс. Пулеметный клев. Вчера был пулеметный клев окуня, сегодня пулеметный клев щуки. Есть, Юра. Просто красавчик. Хорошая, Юра. Хорошая? Нажористая? Нажористая. О, вот это да. Опа, есть, есть. Мелочь, мелочь. Ага. А бьется, как будто там вообще что-то крупное сидит. Наверное, мелкий карандаш. Он сейчас вообще даже не сопротивляется. Ну хотя как мелочь. Да, в принципе, слушай, это уже можно брать. Сковородочный размер. Ну, ребят. А, красота. Как Макс сказал, сковородочный размер. Можно брать. О, пойдет. Это пулеметный клев щуки. Опа, есть. Есть, 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 есть. Есть, есть, ребята, есть. Ага. Ой. Смотри, сорока прям из кустов. Не, ну... Не, ну, в принципе, ничего. Сковородочный, да. А там такая у берега сейчас плесканулась, ё-моё. Ну, ничего, пойдет тоже. Примерно такой же, чуть-чуть поменьше щуренок. Это точно. На малых реках, да. Вот, Юра, это самый кайф, это моя самая любимая рыбалка. Я тебя понимаю, Макс. Вот я по деревням, по Мурманску, когда я не иду на большие реки. Угу. Ну видишь, нашли место. Согласен. Вот, ты считаешь, мы даем, ты
Да. Там прочитать водоем невозможно. Ну все, всей рыбы не выловить. Я и на том спасибо. Собираем улов. Все, конечно, грязноватые, но... О, какие! И бедненький карандашик, маленький. Прям вес такой приятный у мешка. Так, ребят, переключаемся на охоту. Что, ребята, отрыбачились мы с Максом. Это просто потрясающий пулеметный клев щуки. В общей сложности мы наловили 7 или 8 щук. Вот на этом водоемчике такой подсохшей речки. Это просто прекрасно. На этот воблер засел в свою засидку. Потрясающий закат. На небе не облачко. Мало, конечно, шансов, что мы что-то наохотим, потому что, ну, не сядет она здесь. Здесь туда ходит, вот в ту заводь дальше, по руслу этой реки ходят лодки на моторах. Утки здесь некомфортно. Ну, остается только напролет надеяться. Ну, может, что и подсядет. Но это было бы вообще бомба. Рябчик, щука и еще уточка. Ну, а нет так. Ну, вообще прекрасный сегодня день, я считаю. По рыбалке, по охоте. О, ребят, посмотрим, может, что пролетит здесь. Ух ты, тройка прошла. Привет, друзья! Я вновь пришел на берег, точнее, мы с Максом вновь на берегу, на одном из рукавов красивейшей реки Тереха, которая уходит туда, вот туда, туда, далеко, в Рыбинское море. Вот этот вот рукав такой, он
небольшой пересохший, где мы очень удачно давеча ловили щуку. Время без 24, по нашим наблюдениям, клев начался, она гулять начала в районе 5 вечера. Ну, приехали пораньше, в конце концов, отдохнуть на природе, потому что ловим уже такие крайние, наверное, дни уходящей золотой осени. Это второе бабье лето в октябре, практически вот сейчас середина октября, стоит красота. Но уже появляется, как помните, я вам рассказывал, вот эти вот перья, вот они пошли. Вот видно на небе, пошли рваные такие вот перья. Нам осталось тут всего пребывать несколько дней, поэтому это вот все говорит о смене погоды в худшую сторону. То есть будет уже дожди, скорее всего, похолодание. В общем, погода испортится. Эта примета работает железно и всегда. Поэтому как раз мы ловим вот эти крайние дни прекрасной осени золотой. Прямо на опушке леса я стою. Макс пошел, как всегда, на свое место, на тот берег. Но выходов, Макс, я только один видел. Сейчас она не гуляет пока. Ждем, да, часов до 4:30. Вот так вот, еще где-то, ну, минут 40. Посмотрим. Ветерок такой, вчера тоже был такой ветерок, потом все успокоилось, вода была вообще спокойная. Я снова на лодке, на этот раз ружье не брал, чучела не высаживал, потому что, ну, смысла там нет, там лодки заходят в большой рукав этой реки на моторах, и птица там не садится. Мы решили, что уже по вечерке, на вечернем пролете, ну, повезет, возьмем, встанем на берегу с ружьями и... Если повезет, налетит на нас, ну возьмем. Ну нет, так нет. Сегодня, в общем, рыбалка на щуку. Посмотрим, что из этого получится, ребят. Не хвоста нам. А я вот на этот ридж кислотный. Кто-то сидит. Есть. Сейчас. Сошла. Обалдеть, а как так-то? Сошла. Обалдеть, Макс, она сошла. То есть она что, не засеклась, что ли? Так вот, тащил. Ух ты! Опа, есть. Приятная тяжесть такая, сразу вот она борется прям. Вот она идет. Ух ты, борется-то как. Вроде небольшая щука-то. Вроде небольшая, но борется так. Не, ну как, небольшая. Обалдеть. Ну-ка, стой. О! Ну, какая бойкая. Ребята, ё-моё, ну это прямо вообще, вот это хороший экземпляр. Ну, с почином. Опа. За губу. Ну, зажало прям. Не хочет отдавать. Ох ты! Ох ты, ребята! Ну, ребят, смотрите, какая первая моя щука за сегодня. Надеюсь, не последняя. Но это уже мы берем. Так, давай сразу куда-нибудь ее на чистое.
Опа, есть. Прям с каждого заброса есть, 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 есть. Ух ты, неплохая вроде. Ух ты, борется как. Неплохая. Есть, 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 есть. Есть. Ну, такая же сковородочная, как Макс говорит. Опа, это чуть поменьше, но тоже хорошая. Опа, о. О, ребят. О, хороша. Есть, 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 есть. Есть. Но этот такой поменьше. Видно, не так сопротивляется. Помельче. Сейчас посмотрим. О, нет, хороший. Хорошая. Нет, нет, это хорошая. Это тоже хороша. Опа. О. Не, ну это вообще, а, ребят. Вот это уже грамм 800, наверное. Это щука так щука. Прям заглотила хорошо. Опа, не, ну это, ребята, вот это уже да. Ну, эти ребята, это просто, вот щучка, да, смотрите, уже в экран не влезает. Ну, красавица. Ребята, вам, вот это речка, вот это улов, не, это покрупнее прям, опа. Ну, Макс, ко мне практически, в мой попал. Да нет, ну, я понял. Опа, есть, 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 есть. Ты ее на меня поснул. А, ну этот, это поменьше. Но все равно сковородочный. Ну, поменьше, но сковородочный. Нет, ну это такой уже не совсем карандаш, но на сковородку самое то, ребят. И за глаз зацепилось. Я думал отпустить, но смотрите, за глаз. В общем, в результате все равно придется ее забирать, как ни крути. О, ну за глаз вот здесь зацепилось маленько. Придется ее забирать. Так, а где у меня третий? А вон он. Прям с каждого заброса практически.
и прям в агрессивную вот эту вот проводку. Не люблю я этих иностранных слов. Твичинг. Дергание. И прям где-то с середины воды берет. Опа, есть. Не, отцепила. Сошла, сошла, сошла. Не засеклась. Сейчас к тебе пойдет. Вроде бы все, она отошла отсюда, Макс. Вот сколько выловил, все, надо другое место сейчас искать. Сейчас еще я разок брошу. Опа, есть, 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 есть. Видать, маленький какой-то. Не, опа, не, не маленький, ничего себе. Есть, есть, ребят. Ну, это такой шнурок, но... Ну, сейчас мы сравним его с самой маленькой моей. Если он меньше, отпустим. Ну, стой, стой. Он сам отцепился к тому же. Ну-ка, где вот этот? Ну, это не такой уж маленький. Хотя, вроде, похожи они. Щуренок. Ну, ладно, отпустим, ребят. Пусть плывет себе. Этот еще пусть на вырост. Надо отпускать таких. Пусть подрастает. Ну, давай. Ну, ушел. Ну, это, ребят, надо отпускать таких маленьких. Я замерил, он меньше, чем сковородочный. Пусть идет, сейчас наловим еще. Никуда он не денется. В общем, сместилась щука примерно сюда. Сейчас будем еще бросать. Ну, классно вообще, просто классно. Прям на жор попал, пулеметный клев стоит. Что-то у Макса не получается пока. Но еще не вечер. У него и тогда-то позже начало получаться. Возможно, белая вот эта светлая попозже работает. Вот прям красота какая. Солнце уже залез, зашло на закате. Продолжим на том же месте бросать. Хороший бросок такой получился, заброс. Вон она, выходы даже есть, видно. Опа, о, есть, есть, есть. А, видимо, не, ну маленький, маленький. Ну, не-не-не, ну это вообще, по-моему, мелочь. Прям, наверное, совсем карандашик. Да, ну это вообще, ребят, смотрите. Это совсем малыш такой. Не, ну это... Стой. Давай, аккуратненько сейчас мы тебя... О, смотри, не повредил ничего. Ну, какой малыш прям. Ну, давай, малыш, плыви. Да, тут она меньше стоит, маленькая щучка. Ну, тоже приятная. Опа, есть, есть, ребята, есть, 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 есть. Есть. Ну, по-моему, тоже небольшая, что ли. Хотя, вроде борется так. Ничего. Ну, нет, это... Ну да, это такой же прям. Прям точно такой же.
А может, это он и есть? Опа, стой. Ой, зажал-то какая. Обалдеть. Он прям зажал. Тут прям губа порвана. Ах ты. Жадно зажал очень, ребята. И прям порвал губу. От этого придется, наверное, забрать. Придется совсем прям ее. Вот так вот. Эх, ты ж жалко. Вся губа порвана. Хотел, ребят, отпустить. Придется его. О, ну ладно. Что не поделать. Зато вот эти вот пригодились. Сколько их вожу. Ну, ладно. Попробуем ее оттуда. Опа, есть, есть, есть. О, ну это совсем малыш какой-то. Он вообще еле бьется, ребят. Ну, не, это совсем малыш. Еле-еле. Хе-хе-хе. О, малыш какой, елки. Ну это что? Ну-ка стой, ты сейчас тоже намотаешься тут. Ой, малыш какой. Ну вроде он не сильно зацепился. Сейчас мы его аккуратненько вот так вот, опа, чтобы не повредить. Ой, малыш. Ну, ребят, щука. Ну, малышка, а? Ой, ты какой. Ну, давай, давай, малышок, давай, давай, мой хороший. Пошел, 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 пошел. Вон он что. Все, о, ушел. Ребят, красота какая. Макс, Макс, с мизинец. Мизинец и на такой воблер, ты представляешь? Ну, опа, есть, 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 есть. Есть, ребята, есть. Есть, ну маленький, наверное, тоже. Хотя, маленький, ну бойкий какой. Не, ну. Не, ну это такой, опять же. Вот он небольшой, но, в принципе, как ты говоришь, сковородочный. А? Ага. Заплыви в эту заводину, у меня воблер улетел. А у... улетел в смысле? В смысле слезки, поводок перетер. А он как, вообще улетел? Он вообще вот там в воде плавает. А, он наверху плавает же? Да. Хорошо, посмотрю, Макс. Ну давай попозже чутка. Просто попозже, я боюсь, что стемнеет, и мы его не увидим. Давай сейчас сплаваю. А то игрушка, вот. Ну это пойдет. Ты это вот так.
Это ракушка. Ну, значит, чуть левее, смотри, он где-то тут должен быть. Ага. Все. Вот в этом квадрате, да. Готов? Да. Посмотри, закат какой красивый. Ага. Розовый прям. Но это нехорошо, я говорю, это к смене погоды. Может, уже завтра. Да стой, стой, я подплыву, что ты будешь? Ой, спасибо тебе, Андрей. Да ладно, держи. Друг спас друга. Да, не то слово. На то мы и это самое, и охотники, и рыбаки. Кошмар, блин. У меня аж сердце ёкнуло. А у тебя есть еще поводок-то? Есть. Бывает. Лодку надо будет подкачать. Ну, это как обычно, у меня баллоны сдуваются. Эх, Уфимка, сколько мы с тобой уже прошли? И сколько еще пройдем? Так. Как хорошо, что они плавают, ё-моё. Ага. Вон, ребят, смотрите, да, какие краски прям рисуют, везде разные. И в воде прям отражается, ну, красота просто. Да вот затем и ходим, в принципе. Охота, рыбалка, настоящие хобби мужские. И таким вот любуемся, созерцаем постоянно. Прям, ну, красота, осень просто шикарная. Ну, сейчас еще, я думаю, минут 15 покидаем мы. У Макса вот сегодня не очень идет. Зато вчера он прямо вообще пулеметно. Сейчас ему воблер достали. Поводок переставит. Ну, еще, может, полчасика. Опа, есть, но небольшой, опять небольшой. Вот он, бойкий какой, вот он. Ну да, здесь такая, вот на этом амутишке такая мелкая щучка стоит. Сейчас, если она у меня не сильно зацепилась, отпустим. Бойкая такая щучка. А, нет, вот это все, он губу порвал, он. Он прям порвал губу. Ох, ребят, опять вот все. Вот, вот это вот, вот он оборвал. Это он уже охотиться должным образом не сможет, а жалко. Я бы отпустил, конечно, но это совсем. Ну как, не совсем, конечно, но на котлет это пойдет. Жалко, что он губы оборвал. Они прям хватают так, рьяно хватают сильно. И получается, что рвет. А крючки хорошие, японские. У нас запрета-то нет, в принципе, чисто зависит от этики. Запрета нет на этот килограммы в средней полосе. Ух ты, вот я говорю, с каждой 5 минут вот меняется это все. Меняются краски. Ну, давай, крупный трофей нам нужен. Обалдеть, закат, да? Но это точно к смене погоды. Да, 100%. Опа, есть. Ничего себе. Нифига он бьется. Он аж прям выпрыгивает. Есть, ребят. Вот это хороша. Это прям хороша. Это ничего так себе. Ну, грамм 400 экземпляр. Ну, ребят, на закате вот такая вот щука. Ну, красавица.
О. Ага. Ну, ребят, красота. Под конец-то рыбалки. Ну, такую точно берем. Уже темнеет. Лодку пока подкачаю сейчас. Буду собираться. Макс тоже. Макс, ты уже тоже складываешься? Ну смотри, я-то доплыву позже тебя. Ты-то, в принципе, можешь все покидать. А, иссяк. Я тебя понял. Ну что, ребята, темнеет быстро. Уже вот так вот все, фиолетовый стал закат. Ну, все, клев стих. Сейчас подкачаю лодку. Макс потихоньку пошел туда к берегу, к стоянке нашей. Там попробуем сейчас, может, утка какая полетит. В общем, вот такой сегодня у меня улов. Ну, маленький, вот пришлось взять. Порвали губу, одна за глаз там зацепилась. В принципе, есть очень достойные экземпляры. По килограмму примерно. Ну, тут по 800. Вот так вот. Я так рад, что попал вот на этот жор. Можно было бы, наверное, и больше наловить. Но я человек не жадный, поэтому мне достаточно. Я получил огромное удовольствие от этой рыбалки. Сегодня, вчера тоже. То есть, вот хорошее место такое, видите. Омуточки такие здесь. Ну, прям красота. Красивая река. Сейчас надуваю лодку, потому что... Как обычно, моя уфимка, она всегда у меня, ну вот сейчас, вот из-за разницы температур баллоны просели. Это все не беда. Мы ее прямо здесь на берегу подкачаем, и все будет нормально. Ну, будет что показать по охоте, если вдруг что-то стрельнем, покажу. А так, ребят, до завтра. Завтра у нас крайний день, уже здесь, в этих краях, в Южной тайге. Пойдем попробуем по реке сить. Может быть, я сам схожу, Макс поедет сюда, съездит порыбачить. У него сегодня не очень удачно получилось, поэтому он немножко расстроен. Ну ладно, это бывает такое. Сворачиваюсь и идем к лагерю. Дальше посмотрим. В любом случае, большущей вам удачи. Спасибо, что смотрели. И не прощаюсь. Пока увидимся.